Всем привет, друзья! С вами Болторез, и мы продолжаем историю мелкого братца и старшей сестры в игре Plague Tale. Третья глава «Воздаяние». Горожане устраивают охоту на ведьм. Амиция и Гуга становятся очередной целью, но успевают укрыться в монастыре. Они пытаются найти доктора. Мы ищем лекаря. Насколько я помню, его зовут Лаврентий или нет? Ого! Что такое, Гуга, ты увидел, блядь, свечи, что ли, ни разу не видел? А зачем там свечи? Чтобы показать, что ты думаешь о ком-то. О, а можно я тоже зажгу, если хочешь. Только не обожгись. Спасибо. Давай, мелкий, за упокой все дела. Я думаю, нам стоит пойти дальше и осмотреть. Для мамочки и папочки. Присмотри за ними. Подождите, а я дальше не могу пройти. Ладно. Гугл, не отставай в таком случае. Смешно, звук такой. Это эхо. Эй, Гуга, здесь могут быть люди. Ой, хорошо. Давайте мы это сейчас все залутаем. Спирт подбираем. Я так понимаю, это какие-то реагенты для нашего крафта. Потому что в прошлой серии бабуля нам позволила воспользоваться ее верстаком. Ну, без пошлостей там. Вот, и мы апгрейдили нашу прощу. Прости мне зло, которое я только что совершила. Я никогда... Амиция, ты больно сжимаешь мою руку. О, прости. Ну, слушай, Амиция, что ж ты так переживаешь? Это, можно сказать, была самооборона, это было маленькое зло во благо. Иначе бы убили вас. О, бусы! Это четки. А зачем они? Ну как зачем? У всех отсидевших должны быть четки. Тут все завалено. Зачем они это сделали? Чтобы не дать кому-то войти или выйти. А может быть здесь кто-то есть? Нет. Ну хорошо, тогда может быть нам стоит попробовать это разобрать? Нет, слушайте, это не разбирается. А разве здесь не должно быть какой-то коморки, где там сидит святой отец или типа такого, нет? Давайте осмотрим каждую стену. Возможно, что-нибудь мы и найдем. А может быть, мне нужно спрощи уебать куда-нибудь? Хотя нет, я зажимаю правую кнопку мыши и не могу прицелиться. Может, наверх нам нужно, нет, как-то? Серьезно, а куда мне идти-то? Спокойно, ребят, сейчас разберемся. Эй, смотри, тут разбитое окно и лестница. Может, мы здесь выберемся? А, вот сюда нам предлагают. Ну, окей. Забирайся. Надеюсь, лестница не сломается, как в тот раз. Да, блядь, я тоже надеюсь. Амиция, там кто-то есть. Дети, что вы здесь делаете? Святой отец, там нужна помощь. Уходите, здесь опасно. Вам тут делать нехуй. Подождите, пожалуйста, это важно. Надо пойти поговорить с ним. Так, я не успел посмотреть, что это за отец. Это какой-то отец Фука или кто он там, блядь, был в субтитрах. В общем, это не тот, кто нам нужен, но у нас особого выбора нет. Ой, они все сломали. Что здесь происходит? Может, они делают кровать пошире? Сомневаюсь в этом. Ткань. Блин, слушайте, здорово, что здесь очень многие предметы, ну, точнее, все предметы, которые можно взять, подсвечиваются. Так, давайте на шифте сейчас мы его попробуем догнать. Я знаю этот запах. Лечебные травы. Должно быть, монахи положили их в воду, чтобы очиститься. Матушка так делала. Гуга, не отставай, возьми меня за руку, вот. Кожу мы тут еще подрезали, хорошо. На Ай, по-моему, да? Да, там какой-то кодекс, что-то еще какой-то... А, вот улучшение, сумка. Амиция заменяет карман прощи на более крупный, который проще складывать снаряды. Что значит проще складывать снаряды?
То есть их больше может у меня стать или что? Что значит проще? Цветы, какие красивые. Гуга, какие нахер цветы? Топор давай возьмем. Мне кажется, топор это гораздо важнее и лучше. Это гвоздики. В моем гербарии тоже такие были. Но эти красивше. Гуга, идем дальше. Подожди, подожди, иди сюда. Он защитит тебя. А еще он красивый. О, хорошо. Теперь можно идти. Какой маленький и милый малыш, ребята. Совсем еще жизни не повидал. Так, а здесь что у нас? Чья-то могилка пустая. Нажмите, а я что нажал? Ну и что дальше-то? Гербарий, Гуга. Господи, нахуй он мне нужен-то? Отец, куда вы пошли? Вон он стоит. Отец. Опять ты? Я велел тебе уйти. Всего секунду, Пугальда, ты не понимаешь. Уходи, пока можешь. Пожалуйста, нам очень нужна помощь. Помогите хотя бы ради него. Отец Фома, это тот, кто нам нужен или нет? Герб Роберта Деруна. Мы его дети. Мы ищем Лаврентия. Вот, да, нам все-таки нужен Лаврентий. Он доктор, вы его знаете? Да, я знаю его и знаю, что он лечил вашу семью. Он о вас рассказывал. Я отец Фома. Не к добру вы здесь. Инквизиция пришла к нам и... Могу себе представить. Но то, что творится здесь, во сто крат страшнее. Уходите немедленно. Не то вас ждет смерть. Блять, тебе ж сказали, нам идти некуда. Деревенские хотели нас убить. Они помешались, они совершенно помешались. Я Лаврентий. Лаврентий, нет, нельзя покидать церкви. А выйти отсюда можно через крипту трех святых. Может, еще не слишком поздно. Я расскажу, как добраться до фермы Лаврентия. А дальше все в руках Господа нашего. Так рассказывай, не томи. Что такое? Кажется, пока все спокойно. Идемте. Самое главное, оставайтесь на свету. Отец, а почему на дверях в деревне кресты? Тут действительно чума? Все началось с ночных укусов. Затем люди начали болеть. Сначала отдельные семьи. А потом и все вокруг. Лихорадка, бубоны. Больные умирали, когда мы наконец поняли, откуда все это взялось, было слишком поздно. А откуда оно все взялось? Мы почти пришли. А брат Морель должен быть там. Нас только двое осталось. Подозрительно, ребят, не кажется вам, а закрыл он так дверь за нами? Брат Морель! Стойте здесь. Что-то сейчас, наверное, произойдет. Брат Морель! Брат Морель там, наверное, нахуярился, валяется где-нибудь пьяный. Брат! Так, кажется, у кого-то головная боль начинается. Отец! Ага. Начинается дьявольщина. Нет, нет, нет. Господи Иисусе! Что за напасть? Быстрее, свет, свет! Отец! Нет! Охуеть, его, блядь, крысы просто на месте сожрали. Но они боятся огня. Следуйте за священником.
Боже милостливый, Гуга, не отходи от меня! Они его съели, Амиция, они его сожрали! Но откуда они взялись? Откуда их столько? Спаси и сохрани. Они повсюду! Свет, они боятся света! Наверное, нам нужно отправляться в крысиное логово. Я хуй его знает, куда еще можно идти. Это какой-то кошмар! Нужно вернуться на улицу, Амиция! Я знаю, не останавливайся! Ага, вот и брат. Вот он, второй монах, точнее, то, что от него осталось. Надо лезть наверх. Факел придется оставить. Держа в руке факел, вы не можете перепрыгнуть через препятствие. Успокойся, тут есть подставка. А что потом? Мы что-нибудь придумаем. Так, вон там еще какой-то один факел-то есть, нет? Так, давай я помогу. А в чем проблема, допустим, не перепрыгивать, задержаться вот здесь сверху на бортике, вытащить факел, а потом вместе с факелом перепрыгнуть сюда? Что, блядь, за тупость? Ну, тут вроде безопасно. Не понимаю, почему их так много? Так, что это такое? Рядом Е, нажмите с источником. Нажимаю. А ну пошли нахуй отсюда! Дерево быстро прогорит, нужно спешить. Палки горят всего несколько секунд. А почему мы не могли с собой взять несколько палок? Так, хорошо, ну вроде прорываемся. Так вот о какой чуме они говорили. Священник говорил, что можно выбраться через крипту. Амиция! Три статуи! Крипта трех святых, об этом выходе говорил святой отец. Нам нужно искать другой путь. Подожди, доберитесь до входа в крипту. Так, мне нужен факел, я могу вот этот взять? Подождите, а что я только что, блядь, подобрал-то? Крысы. Так, хорошо, кожу мы подрезали. Так, вот вижу, что это такое у нас. Ага, ткань. Я тебе помогу. Ладно. Слушай, ребята, по-моему, мне кажется, что потом, наверное, вообще будет какой-то хардкор. Нам придется и от крыс убегать, и еще и с прощи стрелять. И все это еще делать по стелсу. Амиция наверху. Так, что рассмотри. Хорошо. Ну-ка, пригнись, мелкий. Сейчас сестренка шмальнет. Хорош! Так, все, побежали. Они их всех сожрали. Не смотри, мы им уже ничем не поможем. Это так ужасно. Да, идем. Так, здесь что у нас? Ага, я сюда здесь тоже куда-то могу пролезть. А сначала ты. Ладно. Подождите, а там, блядь, дверь была. Куда я иду-то? Я думал, здесь всего лишь мы сможем залутать что-нибудь интересненькое. Очень много ресурсов. Куда нам столько? Вроде недавно только крафтились. Так, ладно, там уже ничего не вижу. Наверное, отсюда мы должны... Да, вот ебануть вот так. Ладно, пойдем одновременно. Ага, получается, здесь нам придется вместе с этим самодельным светильником пробегать, да? Охуеть, серьезно, откуда столько крыс? Их ведь просто дохуя. Тихо-тихо-тихо! Они так шумят, так шумят! Гуга, успокойся. Ну вот, вроде мы уже пробираемся. Верстачок, пожалуйста. Подожди, подожди, мать. Я вроде... А, нет, все подобрал, да? Хорошо. Давайте посмотрим, какие можно сделать улучшения. Снаряжение. Вот что за скарб? Что это за говно? Отодрав деревянные подошвы и обмотав ноги плотной тканью, Митси начинает двигаться существенно тише. Вот, слушайте. Но не хватает ресурсов. Мне хватит только пока лишь на карман. Амиция укрепляет карман, чтобы в него вмещалось больше материалов. Ну, давайте сделаем. Если я буду предельно внимателен, то мы сможем найти очень много всего. И это нам в дальнейшем пригодится. А крыс нет. О, нет! Нет! Свет! Быстрее к свету! Я не вижу здесь факелов. Так, что же нам делать? Ну что, вот. Вот костер, стоим. Стоим возле костра. Стоим возле костра и аккуратно в котел подкидываем крыс.
У нас же Google вроде как там есть хотел. Как мне это поможет? Ага, мы их отвлекли. Хорошо. Так, это должно их отвлечь. Вот этих тоже отвлекаем. Еще один окорочок. Так, давай, быстрее, мелкий, пробегаем. Хорошо, ткань еще подрезали за ипца. Какие-то крысы тупые вообще. Нахер эти окорока нужны были? Там, внизу трое святых. Мы почти у выхода. Хорошо, надо быть внимательнее. Так, залазим на стол. Ну так себе на самом деле укрытие. Мне кажется, крысы могут запрыгивать друг на друга, сделать какую-нибудь горку и спокойно добраться до нас. Мы не упадем. Держись крепче. Камень, сера. Окей, и что дальше? Еще один укорок. А что там лежит? А я хочу взять, а как мне это сделать? Я здесь не вижу больше окороков. Ну, по идее, они этот укорок должны уже были сожрать. Подождите-ка. Может, как-то нужно уронить шкаф и открыть окно? Они же вроде света-то боятся, правильно? А тут факел. В решетке есть отверстие. Ага. В решетке есть отверстие. Значит, мы сейчас запускаем мелкого. Гуга, ну-ка давай, шныряй. Я подниму это, доберешься до факела? Да. Нажимайте Е несколько раз, все понятно. Нажимаю изо всех сил, ребят, стараюсь. Стараюсь как могу. Давай, мелкий, блядь, лезь быстрее. Тяжело, видишь, сестра не выдерживает уже. Смотри, не обожгись там. Пизда. Ты в порядке? Да, стой, где стоишь, там земля еле держится. Амиция, как мне теперь вернуться? Не беспокойся, что-нибудь придумаем. Пока у тебя есть факел, ты в безопасности. А как же ты? Мы пойдем вместе, свет через решетку будет защищать и меня, и тебя. Ты готов? Готов. Ну, тогда идем, медленно. Очень хорошо. Гуга, блядь, ты иди поближе к решетке-то, а, в самом деле. Так, смотрим аккуратно тень. Ага, все. Смотри, там дыра. Дать тебе факел? Да, на моей стороне слишком много крыс. А как мне пройти? Там дыра за тобой. Других способов я не вижу. Пролезь там, и я встречу тебя на другой стороне. Ты уверена? Если заметишь крыс, просто остановись. Я сейчас буду. Хорошо, но поторопись, пожалуйста. Ну, как ишь отсюда? Ага, мы проебали факел, потому что это, здесь я ничего не... А серьезно, а в чем проблема вместе с факелом-то перелезть? Амиция, амиция, давай быстрее! Гуга, что случилось? Ох, ебать их тут, спокойно. Гуга, скажи мне, что ты, где ты? Ну же, давай! По-моему, они там Гугу уже сожрали. А серьезно, а куда мне тут идти-то? Мне нужно что-то уронить. Спокойно, спокойно. Вы чё, блядь, кидаетесь, бешеные? Я хочу залутаться. Угу. Палки есть. Мне нужно как-то ее взять. Но прежде чем ее взять, мне нужно отвлечь крыс. Правильно? А, вот, господи, блядь, пиздец. За мной стоят палки, я не вижу. Ну, как уж я сказала. Хорош. Амиция, наверху! Гуга, ты в порядке? Там были крысы, я побежал на свет. Тебя укусили? Нет, я нашел лестницу, но там внизу крысы. Я расчищу для тебя проход, и ты спустишься. Успокойся, Амиция, он в порядке. А я не знаю, что ты паникуешь-то. Ему там вообще заебись. Ни одной крысы нет. Хорошо, сейчас мы возьмем палку и, наверное... Ага, я понял. Вот это мы должны, наверное, сейчас поджечь.
Ветки горят слишком быстро, я не смогу долго их задерживать. Поэтому, Гуга, приготовься. Так, что это у нас тут? Что там ебнулось? Отлично, спасибо тебе. Тихо, спокойно. Так, вон вижу, ага. Вы посмотрите, они прям вообще до костей все обгладывают. Бать, сволочи мерзкие, а? Готово, можешь теперь спускаться. Сейчас мы еще одну палочку возьмем. Вот реагенты. Прости, мне нужно было держаться вместе. Ничего страшного. Все, пробираемся дальше. С горящими красными дьявольскими, я бы даже сказал, глазами. Мерзкие создания. Я и так-то крыс не особо люблю. Особенно каких-нибудь помоечных, уличных крыс. Это прям вообще мерзость. Не то, что, знаете, эти пушистенькие, маленькие, домашние крыски, живущие в клетках. Ага, то есть, когда я вообще вплотную подхожу, они, получается, даже сгорают. Еще верстак, серьезно? Крипта! Спасибо. Теперь идем отсюда. Да, далеко-далеко. Подожди, подожди. Давайте мы сейчас аккуратно вот так осмотримся, есть ли здесь что-нибудь еще. И попробуем скрафтить. Может быть, появились у нас ресурсы, но, к сожалению, нет. Вот это что такое? Инструменты какие-то нужны, что ли? Хорошо, выходим. Давай, я за тобой. Угу. О, что это такое на земле? Мы все равно пойдем? Да. Мы пойдем все равно. Все будет хорошо, только не отходи от меня. Что это такое на стенах? Я не знаю. Ну, действительно интересно, что это вообще такая за херня. И в первой серии, помните, ребят, нашу собачку волокли под землю? Это явно были не крысы. Ты думаешь? Да, мы угодили к ним в гнездо. А то есть они станут еще злее? Ну, надо полагать. Амиция, нельзя трогать стены. Воздух жжет мне горло. Пиздец, это какое-то логово чужих. Серьезно? Вон там, свет, мы дошли. Дошли, Гуга. Вперед. Эй, нет, Гуга, беги, пожалуйста, торопись. Пошли прочь, отстаньте от нас. Ну, ебать, ребят, вот это, конечно, приключение. Мы смогли, мы сделали это. Амиция, я хочу к мамочке. На тот свет, что ли? Малой, ты что, завязывай. Я не хочу, чтобы она была мертвой. Гуга. Я хочу, чтобы она вернулась. Что сделано, то сделано. Прошлого не вернуть. Вот так, ребята, заканчивается третья глава. Встретимся в четвертой. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!